31 канал вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В этом году на праздник Наурыз наш канал приготовил рекордное количество традиционного угощения наурызкожье. Больше 250 литров. Для Казахстана это абсолютный рекорд. 31 канал, как семейный канал, сегодня для вас дарит этот концерт, эти танцы, эти гуляния, эти призы, сюрпризы. А я для вас кожье. Тысячи алматинцев и гостей города пришли на площадь перед мегацентром. 31 канал организовал выступление звезд, веселые игры с призами и, конечно же, угощение. Традиционное блюдо наурызкожье от Адель. Люди выстроились в очередь, чтобы попробовать праздничное яство. Партнером праздника стал домик в деревне. Как вам наурызкожье от 31 канала? Очень вкусно. Первый раз такой вкусный кушаю. Даже дочке понравилось. В этом году 31 канал вошел в Национальную книгу рекордов Гиннесса. На Наурыз было приготовлено невероятное количество традиционного блюда. Сегодня наш любимый 31 канал сварил рекордное количество наурызкожье. 254 литра. Наурызкожье. Рекорд Катросен! 254 литра, отмечу, мы приготовили только в Шымкенте. Сегодня мы даже не представляем, сколько мы приготовили для Алматы, потому что если в Шымкенте было 600 с лишним порций, сегодня где-то 1200 с лишним. А нас поддержал домик в деревне. Их отличный кефир прекрасно подходит к нашему национальному блюду. А еще были танцы, песни от участников проекта «I'm Singer Казахстан», смешные конкурсы и караоке-баттл от героев сериала «Женатики». Ну а хедлайнером праздника стала группа «Алла». Нургали Карабаев, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.